пасынки, которые надо удалять. Вот мы видим его и удаляем. Очень легко. И как часто надо их удалять вот на первый год посадки? Это у вас когда посадили это? Это в этом году первый технический срез. А, в этом году первый технический срез. Вот уже вот такие деревья. И тут напоминаю, что был град тоже. И вот мы видим. Так, пасынки. Листья вы вот эти не удаляете, нижние. Нет. Оставляете их. Питают тоже, соответственно, их оставляют. И как часто вы говорите, что раз в две недели, примерно так. Вы, ну, когда на покое уже дерево идет, например, там у вас первые заморозки когда начинаются? Где-то в конце октября начали. Ага, конец октября у вас первые заморозки. Вы обламываете точку роста? Нет, я обламываю ничего. Оставляете, да? За полтора месяца, ну, предполагаемый заморозок, прекращаем полив. За полтора месяца до заморозков прекращаете полностью полив. Чтобы ствол успел одеревенеть. Так, и вижу, вы обрабатываете какой-то краской вместо среза. Да. Это специальная краска или просто? Не то, что специальная, это часть краски. Ага, для обеззараживания, да, чтобы не было никаких гнилей. Оставляете вот срез где-то 3-4 сантиметра, да? Сантиметр два. А, сантиметр два, вот это идеальный вариант вот такой. И вы учитываете как-то силу роста вот этой вот пасынки, вот так удаляется. Очень быстро растут. И вот здесь тоже были удалены. А потом уже осенью мы их, эти стволы, покрасим специальной краской. Осенью красите, чтобы не было морозобоя, да? Солнечного ожога. Это уже когда листья сбросило, да? Да. После того, как листья сбросило, краской обрабатывать. Вот такая плантация, социальное дерево, вот тоже скворечник, видно, да, по периметре, через карты сколько? 40 метров, наверное, или год? 40 метров, ну, да, каждый 40 метров. Это скворечник и синички. Ага, тут и синички живут, и скворцы, ну, и вот и сикуль тоже видно. Кто будет ехать, социальное дерево. Вот здесь можно найти вот это чудо дерево и высадить у себя. Для озеленения тоже быстро подходит. Вот я в Узбекистане был, в Узбекистане там весь Ташкент обсажен по Волге. Вот было бы классно, чтобы чиновники Кыргызстана тоже приняли на вооружение. Вот если бы заказ был бы вот такого дерева. И быстро бы можно озеленить Кыргызстан. Вообще очень видео прошлого года люди благодарили вас за то, что вы озеленяете Кыргызстан. Желали, чтобы весь Кыргызстан и не только Кыргызстан зеленый. Вся планета была. Да, дай бог, потому что сейчас очень много пожаров лесных и действительно не хватает вот деревьев, которые воздух дают. Да. Так, я напоминаю, что под видео будет сайт социального дерева и будет также номер телефона, по которому вы сможете связаться по поводу покупки саженцев и по технологии выращивания вот этого чуда природы.